Кто приложил усилия, тот и масло из песка добудет. Кто сильную жаждую томим, из миража воды напьется. Здравствуйте. Меня зовут Гасунс Марцис Юрьевич. Я кандидат филологических наук и издаю книги по санскриту. Я обращаюсь к вам в седьмой раз за поддержкой. В сентябре было собрано 75 тысяч рублей на печать Эмино. Эмино мы ждем из печати. Но очередная книга уже рвется в бой. На сегодняшний момент собрано 50 тысяч рублей, заявленных на планете. И собрано буквально вчера. Но 50 тысяч – это еще не книга. За 50 тысяч можно издать Бхартрихари в мягкой обложке на белой бумаге. Но вы знаете, что я так не делаю, что я к книгоизданию отношусь трепетно и серьезно. И поэтому есть несколько сценариев. Как можно издать книгу и почему нам не хватает еще 20 тысяч рублей, чтобы издать стихи древнеиндийского поэта, санскритский текст и русский перевод так, как в России не издавали никогда. То есть роскошно. Итак, в мягком переплете на белой бумаге стоимость печати 50 тысяч рублей. Плюс 16 тысяч ISBN и траты на распространение книг. Это та сумма, которая запрошена издательством Нестор История. 80 тысяч – это твердый переплет на белой бумаге. 85 тысяч 500 – это твердый переплет на желтой бумаге. И 138 тысяч – это тканная обложка Imperial на желтой финской бумаге. Плюс 16 тысяч Нестор История. На сегодняшний момент у нас есть 117 тысяч рублей. Нам не хватает еще несколько тысяч рублей, чтобы не просто издать, а издать так, как мы никогда не издавали, и заложить новую под серию книг билингв с санскритско-русским текстом. Помогите мне заложить новый фундамент, новый стандарт качества русскоязычных книг по или около санскрита, или в переводе санскрита. Не дайте нам умереть с голоду. Помогите, купив одну книгу. Спасибо. До свидания.